З Кривого Рогу до Києва літаком. Вітчизняна авіакомпанія «Роза вітрів» вперше відкриває рейси з Кривого Рогу до столиці. Авіарейси виконуватимуться з міжнародного аеропорту Бориспіль. А от розклад рейсів та вартість квитків поки що невідомі. Переговоры были проведены еще там на той неделе, мы понимаем. Коммерческую составляющую, которая будет выдвинута нам. График полетов. Самолеты есть на 20 июля. Но для того, чтобы полетели 20 июля, нам до мая месяца надо провести много мероприятий совместно с авиакомпанией, чтобы действительно эти полеты состоялись. Ориентировочная цена билетов тоже обсуждали с авиакомпанией. За городом Меликонников они сегодня декларируют там 575 гривен. Ну, посмотрим, как это будет ситуация. Дополнительно уже, когда будут там подписаны договора.